Всем привет, с вами я, канал Алиса Ченел, и в этом видео я вам покажу моих 5 рисунков Undertale. Давайте уже начнем. Рисовала их в ноябре, не так давно, поэтому я вам решила их показать. Первый рисунок, это в такой папочке. Да, я вам уже показывала эти рисунки, вот, да, там Фриск, Тори, там, я уже показывала вам. Там еще один рисунок добавился, где чара была. Вот он. Мой брат создает игру In the Forest. Это тоже типа как в Undertale персонаж чары в виде. И у них имена называются с Ч. Это я рисовала типа чара и чекиз. Это случайно две полоски, хоть одна должна быть. И не обращайте внимания. Undertale и In the Forest. Почему Undertale с маленькой буквой, In the Forest большой? Не важно. В общем, этого персонажа зовут чекиз, это чара. Ну, да. Сразу говорю, я эти рисунки не срисовываю. Просто некоторые подумали, что я срисовываю, когда я показывала мои рисунки Undertale. Но я точно не срисовываю. Так, следующая рисунка такая чара. Я знаю, есть такая фотка, только я это точно не срисовываю. Точно. Здесь уже одна полоска, я уже думала, не обращай внимания. Просто сделала что-то из этой бумаги, не обращай внимания. Ну, чара здесь мне нормально получилось. Что с ее руками, что с ее руками. Так, ну, в общем, вот такая чара получилась. Дальше идет Флауви, он у меня вообще слишком простенько получился, он у меня ужасно получился. Хэштег Флауви убогий. Ну, на первый взгляд, я думаю, что нормально получился. Ну, посмотрите, что это. Что у него за морда? Это я его не очень разукрасила. Он слишком простенько получился, не очень мне нравится. Следующий рисунок это Санс. Ну, Сансом все понятно, он у меня убого получился. И второй хэштег. Санс ужас. Я, если честно, не помню, у него фиолетовые тапки или розовые, но я розовый сделала. Ну и последний рисунок это все персонажи Undertale. Правда, Маффит забыла нарисовать, просто мы с ней долго сражаемся, но неважно. Флауви вроде бы не страшно получился, на мой взгляд. Мне этот рисунок нравится, только в некоторых местах мне он все равно не нравится. Что-то папирус какой-то больше Андайн получился, хоть Андайн должно быть больше папируса. У Ториэль глаза, как у Мавицу Пони, хоть они у нее круглые. У Сгора вообще другие глаза. Как-то неправильно его все-таки нарисовала. На пустоблук. Он у меня, по-моему, нормально получился. Андайн, Санс у меня ужасно получился. У меня жестоко толстым получился Альфис. Ну, чара. Здесь я опять тупанула. Две полоски нарисовала. Она до одну. Флауви, я вам уже его показывала. У Фриска на голове растет, боже. И вот Фриск. Я разукрасила его желтым фломастером, потому что... у меня желтый карандаш сломался, и у меня больше нет желтого карандаша, поэтому я решила фломастером разукрасить. Ну, Метатон, монстренок, не обращайте внимания, что здесь тоже желтым разукрасила, на самом деле вот так должно быть, типа его нога. Метатон, мне Метатон не очень понравился, потому что у меня что-то такая длинная рука получилась. Пока что недочетов пока что не нашла. Ну, если вы найдете, то напишите в комментариях. Ну, в общем, такой рисунок. В общем, это были все мои 5 новых рисунков Undertale. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях. С вами был канал Алиса Ченел. Всем пока-пока.